так вот, друзья, мы погрузились. Вот столько у нас шмоток. Короче, техника, конечно, вообще не поворотливая. Я не знаю, как мы по тундре пойдем. Я вообще первый раз на ней езжу. Надеюсь, что наберусь опыта. Вот вдвоем. Здесь Серега сидит на коленках, чтобы пешком не идти. А по тундре я не знаю как. Короче, до куста надо будет проехать 3 километра по песочной такой дороге. А там я не знаю, как оно все пойдет. Ну, пока едем. Начали, вы тронулись только. Вроде тянет нормально. Нагрузили, конечно, нормально. Тут еще бардачок. Туда шмотки сложили. Ну, неповоротливый почти. Капец, тяжело, конечно. Ладно, с Богом. Друзья, у нас произошло небольшое ЧП, но мы с этим справились. Серега справился, я ему помогал. Гусянка слетела, короче, задняя с колеса. Вот, открутили болт, ну, короче, разобрались. Решили дальше не ехать. Вот чуть-чуть проехали, там одну лужу проехали. И решили остановиться в тундре. Вот палатку поставили. Камуфлированную, мою новую Куб-4. И вот мы просто одни в тундре. Сейчас, не знаю, сколько сейчас время-то. О, 22:50. 11 почти часов. Короче, туман поднялся, мы решили остановиться. В принципе, здесь до избы доехать, короче, посмотрел по карте, 700 метров. Она вон там где-то возле опушки леса. Вот. Не стали дальше ехать, устали. Сейчас посидим. Отдохнем. Яйца сейчас. Яйца вон у нас. Довезли там, да. Целые. Да, целые, кстати, довезли яйца. Ну ничего, дальше поехал. Нормально. Потихоньку добираемся. Потихоньку, но слава богу, что не на себе. Вот. Делаем немножко разведку, прощупываем ногами почву. И все. До избы там чуть-чуть. Ну там как изба, я сам ее не видел. Говорят, типа балок. Типа балка. Вагончик от ГАЗ-66. А, ну или вагончик. Прошли примерно на нем от машины. Я замерял от дороги до куста сначала. Прошли 4 километра и по тундре, ну, 2 километра, 2 с чем-то километра. 6 километров. Еще чуть-чуть осталось.
О, красота вообще у нас светит. И мы вдвоем одни в тундре. Куропатки тут курлычут. Вовсю птички поют, еще не спят. Вот. Здесь вода есть вот рядом. Возле воды решили остановиться. Здесь вот типа с озера, с большого сюда, видать, затекло. Или талая вода. Ну ладно, мы сейчас посидим. Короче, вот как уютно. Поставили стол. Ставили палатку. Уже практически разлеглись. Надо поспать. Я что-то сегодня устал. Все устали. Все, посидим, компотика выпьем. Поспим. Завтра утром по делам. У нас утро. Утро в тундре. Вот вчера в сумерках поставили палатку. Потихоньку добираемся. Ночью было, ну, не так холодно. В палатке было тепло. Вроде как в палатке сидишь, пар изо рта идет. Закрываешь потом и нормально в спальник залез, на раскладушку разлегся. Короче, сегодня выспались все. Тут дела немножко походили, поделали. Вот, чаек согрели, чай пью сейчас. Нам, короче, вот туда, там стоит балок. От шишарика получается кузов. Вот Серега сходил, там посмотрел, там где-то этот ручей надо будет еще один пересечь, где-то, ну, где-то здесь недалеко, но он глубокий, маленький, но глубокий, надо будет как-то его перескочить. Вот, а так все хорошо, сейчас немножко тудым-сюдым развеемся и будем собираться, обратно собираться, грузиться и продвигаться. Ну ничего так, вроде техника идет, вчера одну небольшую проблемку устранили. Дальше пошел. Бензину залили. Ну, бензину не так уж много схавал. Примерно. Сейчас покажу. Вон в баке, наверное, было где-то... Ну, так, наверное. Чуть-чуть меньше полбака было. Сейчас полный залили. И вот, считай, с таким грузом мы прошли 6 километров. Осталось там, ну, 700. Где-то 700 метров я по карте смотрел. Благо здесь интернет есть, связь есть у меня. Я уже ребятам там фотки поскидывал, как мы тут расположились. Ну, в таких озерах, кстати, эта вода чистая. Можно набирать чай, кипятить. Ну, в чайник воду набирать и делать себе чай. Вот. Ну, у нас вот это такая баклажка 19 литров. Вот, вот столько мы отпили. Я еще в термос горячий чай, кстати, залил. Пускай будет горячим. У меня термос сутки держит. Буду чай попивать. Ну, минералка есть. Еще добавок. Ну, а так, движок тут лифановский. 15 лошадей. Ну, нормально. Надо будет, кстати, ту сторону еще гусянку подтянуть, которую мы вчера чуть-чуть растянули. Сейчас подтянем. То звездочка проскакивает впереди, вот здесь вот звездочка, она когда тянешь, она проскакивает, надо подтянуть. Ладно, будем сейчас собираться. Ну, ты тоже комментируешь? Все комментировать, мы все упаковались буквально за полчаса. Так это все выглядит, все наши вещи, которые нужны были. Аппарат офигенный, но есть нюансы, но это можно переделать. Да, мы уже приноровились, уже так раз-раз, быстро-быстро уже знаем, как делать, что. Не знали, что делать, но звонили хозяину этого, этой техники, подсказал. Ну, в принципе, тут можно разобраться так-то, методом тыка. Полоборота, да? Да. Все, погнали. Ее забрал, ничего не оставили, даже мусор весь собрали. До куста я пешком. Ну, всю дорогу почти пешком по тундре. Не, ехал какую-то часть. Но, блин, прыгает вот так вот. Я там как этот. Мне проще идти.
тише немного, но уверенно. Да ему легче на 90 килограмм. Так, у нас, короче, одна звездочка опять проскакивает. Надо подтянуть гусеницу. Вот эта вот сторона у нас получается плохо натянута. И да, вот передняя звездочка, она проскакивает спереди. Надо подтянуть ее нормально. Запас еще дофига. И все. Потом в путь. Вот тут. Нифига, я не знаю, как он поплывет. Давай поплывем. Вот это вот русло, видишь? Оттуда как бьет. То есть я думаю, дальше вот там вот. Пойдем туда. Здесь не вариант. Здесь единственное, что он поплывет. Он поедет. Нет, он только толкать. С вещами. Плавает, да, вообще нормально. Как бы. Как-то перейти, блин, где здесь ручей, блин, глубокий где-то, здесь можно буль. А где переходить, блин? Не выключил-то? Не, он что-то где-то нажал. Нифига, он плавает. Поплыл, блин. Может, этот? Надо открыть крышку переднюю. Нормально?
Надо было через Балатину ехать. Вот сюда надо. Да, вот сюда вот вернусь. Здесь нет он натяжителя. Натягивается только двигателем. Вот этими четырьмя болтами. Вот. И мы не можем здесь до упора, вот эти места до упора. То есть четыре точки не дают вот этой стороне натянуть. То есть там до конца, то ли не отцентровано, то ли что. Ну, короче, неправильно. Здесь еще есть ход. Сейчас мы делаем. Один болт выкрутили, чтобы было три точки. Да. Цепь будет. На трех точках будет, на трех болтах. На трех болтах. Мы сейчас делаем так. Короче, по диагонали нам надо немножко натянуть. Нам надо натянуть цепь. Потому что проскакивает, и мы ехать не можем дальше. Не сможем, конечно. Здесь натянулось, то есть немножко натянулось. Так, тут проворачиваем. Давай еще вот так вот. Качками. Не, не ту сторону. Тут не надо. Вот это вот. Да я понял, вот так делаю. Нету, блядь, упора. Ну-ка, стоп. О, более-менее, слышишь, стало. Ну вот, балок. Вагончик, короче. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Давно никто не был. Крыла уже вообще на пол. А. О! Ну да. Серега тут не был лет 15, наверное. 7. 7? Да. А, ну 7 лет. О, батарейки есть. Форточки почему-то ветром, что ли, сдуло их или что? Наверное. А так тут жить можно? Это что такое? Брикет? Это брикеты, ёпты. А вот брикеты. Ни хрена себе. Брикеты так настолько, блядь, раскисли, блядь. Песок. А, это опилки же. То есть уже дрова есть. Вот так, конечно, все выкину все. Сколько лет здесь, да? Офигеть. У тебя вверх смотрит. А это что? Реклама. Матрас. Матрас. Матрас надувной. Один, второй. Майонез, туалетная бумага. О, здесь еще матрас. Чашка. А. Что тут? Пакет пустой. Да, тут он гнезда видит. Здесь можно жить. Ну. Даже там есть гнезда. Ну, вот. Это все почистили. А здесь что? Да. А, ничего нет. Мы отсюда все выкинули. Консервы полные. Да ладно. Да, тушенка. Какого года-то? Говядина. Сейчас посмотрим. 14 года. Тушенка 14 года. Я говорю, даже есть. Я был тут здесь 14. А и что будет? Да не. Ее можно жрать даже. Да с голодом. Да ладно. С голодом, да. Если помираешь, можно вот тушенку пожрать. Еще немножко расскажу про палатку свою куб. Офигенная палатка. Она как и летний вариант, и зимний вариант. Получается, вот мы сейчас открыли окно. Здесь москитная сетка. Вот сворачивается окно. Она вот идет на липучках. Здесь ремешки есть, сворачиваешь трубочку и застегиваешь, и она продувается. Вот здесь тоже такая же фигня, тоже такое же окно есть, также отлепляется и
можно сделать продукт. Это четырехместная, куб 4 медведь. Ему пляжный как раз под эти болота подходит, под тундру. Чисто охотничья палатка, там пол есть и органайзеры в комплекте идут. Короче, вообще кайфовая палатка, трехслойная, блядь, офигенная, просто песня. Можно в ней месяцами жить. Друзья, у нас вечереет, вернее, уже завечерело, темнеет. В общем, гуся пока не было. Ну, был он был в стороне где-то здесь пролетал, мы их видели. Но друзья с интернета нам сказали, что с Казахстана уже начал идти гусь. Основная масса через дня, наверное, 2-3 прилетит. В этом сезоне я вообще на такой охоте первый раз, на гусиной охоте. Добирались, конечно, очень сложно, тяжело, тем более мы вдвоем. Нам товарищ подогнал вот этого небольшого вездехода Ростин, который нас выручил, доставил до места, куда мы планировали. Были, конечно, нюансы, это вы сами видели. Вот. Ну, мы кайфуем. В тундре одни, выстрелов практически не слышно. Ну, были выстрелы где-то там, люди, наверное, стреляли очень редко, вообще там. Наверное, за целый день там 2-3 раза стрельнули и все. В этих местах вообще классно, мне понравилось. Я хотя первый раз, как я говорил, спасибо Сереге Сташевскому, то, что он меня сюда вывез, привез, уговорил, так скажем, чуть ли не на коленях. Да я шучу. Серега сейчас снимает меня. Вот. Ну, я сам решил, что с Серегой поеду. И я думаю, что не зря. Пока гуся, то что не взяли, ладно. У нас еще, наверное, дней 5-6 впереди. Надеюсь, что мы все-таки себе возьмем гусика.